У артистов советской закалки было и остается очень много общего. Однако некоторые из них не только профессионалы с большой буквы, а и довольно веселые ребята. Причем речь сейчас не только о чертах характера, а и о том, что идет особой строкой в их творческой биографии. Ставший притчей во языцах коллектив Павла Слободкина «Веселые ребята» объединил и познакомил следующего участника нашего концерта с Александром Барыкиным. Встречайте, Анатолий Алешин! Добрый вечер, дорогие друзья. По печальному поводу мы сегодня с вами здесь собрались, но я не могу, вспоминая Александра, быть печальным, потому что я не знал человека более заряженного на жизнь, более оптимистичного и энергичного, такого, как Саша, я такого, пожалуй, второго не помню из веселых ребят. И пусть повод, который сегодня нас собрал, печален, музыка Александра очень жизнеутверждающая, полная жизненных сил. И сегодня мы празднуем его творчество, вспоминая его добрым словом. Вечно мы хотим успеть.
9 лет.